Подыходит до завершения бягучий ремонт домов уздовж путепровода по улице Крупской у Могилеве. Усяго у плане 20 шматкватерных будинков. За ходом работ назирала и наша здымочная группа. Капитальный ремонт путепровода уздовж улицы Крупской начали у сакавіку 2020 года. Разом с тем было принято решение провести бягучий ремонт соседних домов. От бывшей вот военной базы Березовская, и с этого момента начинается ремонт в улице Крупской. Производиться она будет в два этапа. В первом этапе, в первом году, до улицы Турова, пересечения с улицы Турова, и далее пойдет до Трансмаша. Уже обновили 17 домов от запланованных 20. Будовники тинкуют, фарбуют, обшивают балконные брыли и ремонтуют подмурки домов. Жыхары домов по адресе Крупская 63 и 65 звернулись с просьбой, каб их фасады обновили из боку внутреннего двора. Зараз жыхары задоволены. По сравнению как те годы, вот на сейчас, конечно, это можно сказать, что это конфетка. Дом – это просто конфетка, как панельный, но никак не кирпичный, старый. Когда щели были, когда все страшно было, вот это вот, как говорится, низ дома, это вообще было страшно. Ну, естественно, фонари новые поставили, а площадка детская, ну, конечно, еще надо достраивать здесь. Но в общей сложности, можно сказать, 99%. Это дом по адресе Бялинского, 24, и он побудованы у 1946 годе. Невырашенных пытаний у жыхаров было шмат. Например, Юлия спадзяется, что позбавится от цвили на окнах. Первое – это плесень в квартирах. А внешняя стенка, там, где окна, она во всех трех комнатах – кухня, зал и детская. Там полностью всегда плесень в момент отключения отопления и перед включением. Будаўнічыя работы на объекте различны на тое, каб задаволіць усе скаргі жыхароў. В этом доме планируется выполнить замена полностью кровли, замена инженерных сетей, замена оконных проемов в подъездах, замена балконных плит, замена ограждений, штукатурка, окраска здания. То есть полный комплекс работ на этом доме будет произведен. Плюс еще благоустройство будет выполнено после окончания капитального ремонта. Увогуле капитально обновить и отремонтовать у гэтым годзе у Могилеве запланировано 43 дамы. На гэта выдаткавана каля 15 миллионов рублёў. Сергей Пеклин, Виталь Алексеенко, новины региона.